Город Мариуполь, 13 марта, 18 день войны. Город оккупирован, гуманитарной помощи нет и не будет. Эвакуация мирного населения невозможна. Люди в бедственном положении. Вода, еда заканчиваются, люди вынуждены открывать магазины в поисках необходимого, в том числе и дров. Сейчас минус 7. Итак, в каждом магазине нашего города русская техника, русские военные, ДНРовские и другие черти не гнушаются авиаударов. По городу авиаудары происходят, из минометов и градов обстреливается мирное население, тысячи жертв. Тысячи жертв по всему городу, во всех районах. Я был на левом берегу, это сейчас Ильича. В центре города идет мясорубка, кровь, горечь, отчаяние пропитала эту землю. Русские сюда пришли под благовидным, как им кажется, предлогом, но посеяли отчаяние, страх, горечь. Они забрали у нас покой, уничтожают нас. Вот что происходит. Город 13 дней без света, тепла, воды, связи. Мир не знает, что творится здесь. Это ужас. Вот такое вот оно. Доброе утро.